Яне я впервые узнал через ВКонтакте. Вадим Демчок, на которого я был подписан, в свое время посоветовал подкасты. Он обозначил как весьма интересные. Мне стало любопытно. Я сохранил их себе в закладке. И через 2 недели перешел и послушал первый подкаст. Сразу срезонировало практически с первых слов, произнесенных Яной, с первого подкаста. И захотелось слушать, не переставая. Появилась какая-то реакция, пока на тот момент необъяснимая. Меня зацепило в Яниных подкастах. На самом деле много факторов. То есть, во-первых, это и голос, и манера подачи. Причем манера подачи, что я имею в виду? То, что это, ну, такая жизненная подача. То есть не было каких-то там эзотерических примочек различных. То есть это, ну, как будто со мной разговаривала женщина, с которой я хорошо знаком, которая не где-то витает в облаках, а говорит о жизни. И на тот момент меня зацепили слова, которые там произносились. Это суть, личность. Я еще не понимал толком, что это. Но это очень сильно резонировало, и хотелось узнать, что же это такое. Что меня удивило в Яниной трансляции, в Яниных подкастах, это вот такой голос очень сильный, который проникает в самого тебя. Причем голос, он без каких-то там неестественных ноток. То есть это абсолютно какой-то такой спокойный, естественный голос, который говорит о том, что как будто это вот так и есть. Когда я взаимодействую с Яной, слушаю Яну, то, во-первых, я очень ценю это время, когда звучит ее голос, и если она звонит проконсультировать меня, всегда думаешь, как бы максимально эффективно, максимально плотно использовать вот тот небольшой отрезок времени, в который с Яной разговариваешь, и ее голос и вот ее подача, она как бы проникает в самое сердце именно на ощущениях, то есть появляются какие-то ответы. Ты вроде бы до этого и не знал или находился очень близко к этому ответу, но когда Яна с тобой разговаривает, ответ появляется сам собой. И вот даже на вебинаре были моменты, когда с помощью Яниных вопросов я давал какие-то ответы один за другим, но как будто вот она через меня разговаривала. То есть вот такой эффект именно вот трансляции через меня. То есть она не дает готовых, да, ответов, то есть она подводит себя, и они ответы как бы у тебя сами появляются. Вот это вот удивительно. Ну, уникальность водительства Яны, она в первую очередь в том, что Яна не дает ответов за тебя, как другие. То есть можно прочитать в книге какой-то ответ, можно услышать в каком-то информационном источнике ответ, но это будет чей-то ответ, чужой ответ. Да, можно его как-то попытаться на себя примерить, где-то подойдет, где-то будет жать, где-то будет велико. А Яна именно дает как бы тебе самому создать этот ответ, который будет полностью подходить именно под твои мерки, под твои размеры, и который уже будет идеально сидеть. И ты тратишь определенные усилия на создание этого ответа самим собой, и от этого это тоже очень ценно. Яна крайне деликатна, и в то же время вот эта вот сила, эта прямота ее трансляции, то есть она вот так вот сочетается. Это вот такая вот особенность. И, ну, манера трансляции, манера говорить, то есть все излагается очень максимально простыми словами с конкретными примерами из жизни, которые, причем ты сам и приводишь эти примеры. У нас есть различный опыт общения с различными эзотерическими мастерами, так называемыми гуру, которые заполонили интернет. Основное отличие то, что, во-первых, в Яне нет какой-то напыщенности, то, что, допустим, она учитель, а ты ученик, и вы на разных уровнях. И проблемы которого абсолютно ее трогают до глубины души, она их искренне хочет решить. То есть это не вот, как если мы сравниваем с другими, они сидят, и просто идет такой какой-то монолог, они отвечают на вопросы, дают какие-то готовые ответы. Нет, здесь именно отношения на равных, конкретика примеров из твоей жизни, и ты сам ко всему к этому подходишь. В итоге сам даешь себе ответ. Нет ничего чужого. Я участвую в закрытом практе, который построен на еженедельных вебинарах, где нас несколько участников, и по воскресеньям мы собираемся, и Яна проводит, то есть ведет свою трансляцию, занимается вот этим водительством нас самих, себя к себе. Сами вебинары, они сами по себе уникальны. Во-первых, я слышу сразу несколько человек, и они слышат тоже и меня, и других участников. Видя ситуацию, которую рассказывает другой участник, как Яна разбирает эту ситуацию другого участника, зачастую это настолько похоже, просто диву даешься. Казалось бы, даже человек противоположного пола, совершенно других интересов, но у вас настолько похожие жизненные ситуации, и ты начинаешь уже себя прорабатывать на примере
водительство явно даже другого человека, то есть как будто она ведет тебя самого. Естественно, необходима определенная смелость, мужество, когда ты сам рассказываешь там о своих ситуациях, о своих переживаниях. Яна тоже корректирует тебя, ведет тебя. Так как это все построено на правде, именно на правде, то, что если ты что-то там утаишь и скажешь, ну, не совсем соответствующей действительности, то есть Яна это видит прекрасно, это сразу выявляется, и, соответственно, скрывается то, что ты иногда даже можешь врать самому себе, этого не замечая. На вебинарах это все вскрывается. Как вскрывается ты на примере других участников, когда ты видишь, ну, других даже проще видеть, то есть когда ты видишь, что они говорят неправду. Когда Яна перекрестно задает вопрос, ответ одному, другому, третьему, то есть такой вот интерактив идет. Эффективность крайне высокая, уникальный продукт абсолютно. Я такого нигде не встречал. Да, Яна после каждого вебинара дает несколько заданий. И задания, на самом деле, с каждым разом они все интереснее и интереснее. Они настолько не повторяются нигде. Яна их создает сама. Есть также очень такое необычное, уникальное задание. Это музыка. И здесь открылся, на самом деле, целый пласт. Яна практически на ощущениях нам показала, делая определенные упражнения, уровень влияния музыки. То есть это привело в огромное удивление и меня, и всех остальных участников. Яна, какая энергетика у Яны? В первую очередь, это некое такое вот сильное спокойствие. Тихий океан, да, то есть тихий океан, наполненный огромной энергией. То есть именно как трансляция сути. Ты ощущаешь эту теплоту, ты ощущаешь эту заботу. Мы начинали с первого практа закрытого, потом был второй уже практ с вебинарами. То есть это серьезный путь и очень ценный для меня, уникальнейший опыт, в течение которого я менялся, то есть я прям чувствовал, увидел. То есть идет некое такое центрирование, некое балансирование себя. Ты уже очень многое замечаешь, когда разговариваешь с людьми, идет совершенно другая реакция. Яна дала нам достаточно много инструментов, с помощью которых я могу, и мы все можем помогать сами себе. Вебинар вообще, или общение с Яной вживую, то есть это мгновенное вскрытие ключей посредством самого себя. То есть я однозначно рекомендую идти в этом направлении, то есть записываться к Яне любыми способами, и однозначно вы получите все необходимые ответы. Да, Яна, я, во-первых, хотел бы поблагодарить то, что вы делаете, это абсолютно уникально, этого нигде нет, этого невозможно ни прочитать, ни найти где-то в огромном, казалось бы, интернете, но именно Яна дает то, что близко, то, что проникает внутрь, и то, что реально работает, то, что реально помогает. То есть это не какая-то там гольная теория, непонятная там божественная или духовная. То есть это реальная наша яркая жизнь со всеми ее болячками, со всеми ее радостями. Но тем не менее Яна помогает настолько ее вскрывать, столько лжи вы в нас вытаскиваете. А ложь, это, естественно, мешает нам выйти вот к этой свободе, к нашей сути, то есть открыть самого себя, вот того изначального, к тому, к кому мы идем. Еще раз огромное, Яна, спасибо, то, что вы есть. И это, естественно, наш уникальный шанс. И почему я говорю, что когда вы мне звоните, вот первая мысль – максимально эффективно использовать этот звонок, потому что время сокращено, и очень многое хочется и спросить, и узнать, и получить. Здесь не описать вот всю эту благодарность, которую я к вам испытываю.